Старая часть города скоро преобразится. На месте небольшого парка с ветхими кирпичными строениями появится интересная площадка, которая сохранит особую атмосферу старого города и будет по-современному благоустроенной. Курирует и финансирует проект «Башкирская содовая компания». В рамках реконструкции в этом году планируется освоить 60 миллионов рублей. Реконструкция сквера – историческое событие для города. Появится новый парк. В чем именно? Об этом далее. Задача перед строителями на этот год – подготовка участков согласно планировке. Замена аварийных деревьев и установка фонтана. Майские дожди заполнили вырытый котлован, и специалистам компании «Фонтанград» пришлось приостановить работы, пока вода не ушла в почву. Из графика выбились, но по объективным причинам и ненамного. Уже выполнены бетонные работы по строительству технологического помещения. Смонтирована подземная часть трубопроводов, готово основание под фундамент. Скоро строители приступят к устройству чаши светодинамического фонтана. В этом году мы постараемся 20 июля, как обещает наша субподрядная организация, закончить. Но если будет задержка на неделю, максимум на две, подготовить пешеходную зону, пешеходные дорожки к фонтану, хотя бы вот плитку уже начнем завозить, облагородить плиткой и постараться все-таки запустить фонтан в этом году для горожан. Почти все деревья в сквере были аварийными. Их пришлось снести. Для обновленного сквера башкирская содовая компания уже заключила договор на поставку саженцев большеразмерных деревьев. В сентябре и октябре будет высажена большая часть деревьев. Всего в сквере будет 63 клена, 34 липы, 31 ель, 10 рябин. Также сквер украсят композиции из топиарных фигур. Мастера литейного цеха БСК изготавливают скамейки, ограждения и урны для пешеходной зоны. Особую атмосферу старого города стилистически дополнит светильник, часы, вазоны и памятник основанию города. Проект реализуется согласно замыслу, утвержденному администрацией Стерлитамака. В этом году в рамках реконструкции сквера планируется освоить около 60 миллионов рублей. Финансирует проект и контролирует качество выполняемых работ башкирская содовая компания. По сути, новый парк – подарок предприятия к юбилею города. Анна Пугачева, Андрей Тримайлов, Стерлитамак, служба новостей.